спор не будет бороться, потому что запрещено бить в папу. А здесь нам нужно бить в папу. Понимаете? Нужно бить в папу. И сразу любое ваше, куда бы вы ни пошли сюда, вас здесь хоть вот на руках смотрит. То есть чем больше, жестче и чаще вы будете бить, вы извинитесь, да? Какие, куда запрещено бить? Горло, пах, глаза. Горло, пах, глаза, затылок, позвоночник. Это ваше. Понятно? То есть это ваше. Не пытайтесь бороться. Там... Как только попали, смотрите. Шаг вперед. Да! Да. И спина прямая, видите? Бэм, бэм, бэм. Бэм. То есть дальше работает. Не бейте его с этого положения. Оно можно всегда, конечно, но всегда старайтесь не вот так не работать. Согнутое положение. Вот ваш палец. С ударом. С выходом. Видите, здесь очень вряд. Тоже очень много поворотов. Но самое основное. Под шаг с ударом. То есть всегда, как мы бьем, шаг с ударом. Здесь с ударом. Так с ударом. Так всегда и бьем. Погнали.